И всем привет, дорогие друзья, с вами Ник, и добро пожаловать на прохождение карты под названием «Паркур с монстрами». В прошлый раз мы проходили паркур с животными, теперь паркур с монстрами. Я думаю, паркур с монстрами будет посложнее, потому что они поагрессивнее, да и сами мобы довольно-таки больно бьют, возможно, они даже нам будут мешать. Ну а перед началом подписывайтесь на канал. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. Еда, кстати, вот это хорошо. Топор возьмем на всякий случай. Надеюсь, он нам не сильно пригодится. Давайте шалкеры прочекаем. Что у нас здесь? Здесь у нас ничего. Этот я открыть не могу. Давайте тогда сразу же начинать. Первый уровень, это у нас зомби. Вот так он выглядит. И получается, нам нужно идти сюда. Ай-яй-яй. Ну ладно. Значит, будем знать, что на слаймах нужно быть поаккуратней. Есть. Так, я не провалюсь. Нет, все хорошо. Теперь нам нужно вот сюда. Так, фух, чуть не упал. Так, лед. На льду тоже нужно быть осторожным. Ага, фух, прям на пикселе. Теперь у нас на голову. Есть, и снова на стекло. Жмем на кнопку. И следующий уровень, это у нас пауки. Ладно, не получилось у меня заспидранить, конечно же, паркур. Ну ладно. Такс. На стекло. Есть. Осторожно, осторожно. Фух. Кстати, довольно-таки неплохо выглядит. Правда, я не знаю, что здесь делают назаритовые стержни. Для чего они. Сейчас на стекло. Не очень приятный прыжок есть. На стекло, конечно же, неудобно прыгать. Очень тонкий блок. Следующий уровень. Это у нас криперы. Сюда. Есть. Так, сюда, на стекло. Я так понимаю. Фух, запрыгнул. Но сейчас довольно-таки тоже не самый простой прыжок, потому что приходится вот так. Угу. Да, на стекло, конечно же, не приятно прыгать. Очень сложно, я бы даже сказал. Но я даже сливаюсь на обычных прыжках. Ясно. Ясно все. Да, теперь я вообще даже первый прыжок не могу сделать. Но первые прыжки в некоторых картах очень-очень сложные. Недавно проходил одну. Пытался. Не на видео, для себя так играл. Ага. Ладно. Конечно же, мы не сдаемся и идем заново. Ну да. Есть. Давайте, наверное, даже попробуем как-то вот так заспидранить. Угу. Да, конечно же, у меня это не получилось. Очень печально. Ну ладно. Да что такое просто, я не могу. Позвали нубика, конечно, проходить карту. Так. Вот сейчас вот так отходим. Просто на краешек и. Еще, конечно же, неприятно то, что калитки мешают. Хотелось бы их убрать. Не знаю, зачем они нужны. Значит, давайте как-нибудь. Тут так. Фух, получилось. Наконец-то. Сейчас бы не свалиться. Ух. Так, на слайм. Ай-яй-яй. Ждем. Ждем до полной остановки, пока мы не пропрыгаем полностью, потому что можно сделать очень кривой прыжок. Есть. Остается всего один прыжочек, и да. Заходим в дверь, нажимаем на кнопочку. Следующий уровень у нас магма кубы. Давайте вот это потушим, как-то это не особо приятно выглядит.
Ага. Ясно. Я вот этот блок бьюсь. Просто очень-очень. Это раздражает. Есть, наконец-то. Ага, сейчас у нас тут магмовый куб. Блок именно. Чуть-чуть он нас продамажил. Ага, огонь. Давайте его потушим. Потому что не хотелось бы подпалиться. Но я не знаю, почему я не взял разгон. Так, на этот раз даже с первой попытки получилось так. Все, огонь у нас пропало на весь экран. На весь экран. По песку душ тоже не особо приятно бегать, но мы это проходим. Есть. Тут на стекло, поэтому вот так делаем. Хорошо, сейчас на шифте, чтобы не упасть. Есть. И последний прыжок. Готово. Скелеты. Тут вот так как-то, не знаю, даже быстренько у меня получилось по фасту пройти. Даже через стекло. По стеклу я пропрыгал просто мастерски. Есть. Последний прыжок. Не хотелось бы, конечно, упасть. Фух. А то такое часто очень случается. Следующий уровень у нас слаймы. Так. Приходится нам по слаймам также прыгать. На стекло. Угу. А ну, а если я сюда запрыгну? Опа. Шоткатик небольшой. Всего на 3 прыжка. Опа, опа, опа. Есть. Фух. Вот эти слаймами нужно быть осторожным. Ага. Неприятный такой прыжок. Есть. Следующий уровень у нас получается Silverfish. Серебряная рыба. Даже не знаю, что это за моб. Не особо умный. Конечно, с английским, но, возможно, это чешуйница. Потому что здесь камни, все серое. Ага, вот тут очень мало места для разгона. Не всегда это получается сделать на телефончике, но у меня это получилось. Так, на шифте, конечно же. Вот так. Эндермиты. Я не знаю, что это сейчас было. Какие-то яйца выпустил у нас раздатчик или выбрасыватель. Ну ладно, не будем мы их отбирать, зачем они нам нужны. Ну просто это очень-очень неприятно, но просто как-то на последнем прыжке я фейлюсь. Как же это обидно. Сейчас тогда попробуем просто заспидранить. Не думаю, что у меня это получится. Есть. Так, так. Угу, и последний прыжок. Фух. Получается. Следующий уровень у нас Хаскс. Пустыня. Какой-то пустынный у нас уровень. Кто у нас из двух мобов находится в пустыне? Ну, много кто в пустыне спавнится, конечно же. Ага, ладно. К примеру, кролики. Но кролики это мирные мобы, а не монстры. Поэтому я тоже не знаю. Угу. Кстати, это возможно будут... Пустынные зомби? Как их называют? Я не помню. Вот так. Теперь снова на стекло. Как-то любят тут стекло разбрасывать. Ага. Ну просто опять. Даже уже не последний прыжок оставался, и все равно я падаю. Вот если создаете
паркур карту, то меньше используйте стекло, потому что ну никто не любит стекло. И также заборчики тоже никто не любит. Даже по слайм-блокам легче прыгать. По льду тоже легче, чем по стеклу. Угу. Сейчас я просто вообще мимо перепрыгнул. Вот. Остальные все прыжки легкие. А за счет того, что там стекло в конце, вот это просто мешает сильно. Вот какой раз я уже до сюда дохожу, третий получается. Ага, ясно. Не знаю, какие-то такие микрофрезы чувствуются. Ну ладно, попробуем пройти и с ними. Так. Так, и еще одна попытка. Ну просто, но я не знаю, почему так происходит. Не получилось у меня даже на слаймах сейчас. Как-то уже даже не знаю, подгорает что ли. По чуть-чуть. Ну ладно. Вот так. Значит, конечно же, на слаймах нам нужно останавливаться, подождать, пока мы полностью не прекратим отпрыгивать от него. Фух, наконец-то. Давайте сразу же нажмем. Ага, шалкера. Не хотелось бы, конечно, чтобы они по нам попали. Потому что если они попадут, то... Не понял. Если они по нам попадут, то мы получим эффект невесомости, что нам помешает. Давайте его сломаем. Вот что он тут там мешается. Кстати, а почему-то на таком уровне у нас есть мобы, а на прошлых нету. Очень странно, почему шалкеров любят больше, и они нас не атакуют, просто открываются. Ладно, вот так быстренько мы это все пропрыгиваем и проходим карту. Видимо, все, да, это конец. А почему они нас не атаковали? Ага, ясно, у нас тут уровень сложности мирно, поэтому нас и не атаковали тогда. Возможно, тогда получается и на других уровнях тоже должны были быть монстры. Но почему-то у меня тут мирное стоит. Но паркур все же мы прошли. Ну а на этом у меня все. С вами был Ник. Всем до скорого и всем пока.